Центральной клинической медико-санитарной части началось масштабное обновление медицинского оборудования. В числе первых новинок в больницу поступил долгожданный импортный аппарат, который хирурги в обиходе называют «С-дуга». Это цифровой рентгеновский аппарат, позволяющий получать в ходе операций изображение в режиме онлайн. Старая подобная машина отработала уже более 13 лет, устарела, часто выходила из строя. И вот, к огромной радости хирургов, ее заменили. Пятничным утром 6 апреля в операционной травматологов, ортопедов и нейрохирургов была организована консультация для медиков. Представитель фирмы-поставщика провел инструктаж, рассказав о возможностях новой машины и тонкостях работы с аппаратом. По словам заведующего отделением ортопедии и травматологии больницы Николая Дегтярева, С-дуга – незаменимый помощник в хирургическом лечении переломов. Мы получили, к нашей радости, новый аппарат, и он электронно-оптический преобразователь, то есть подвижный рентгеновский аппарат, который мы на протяжении вот последних 13 лет используем при операциях, связанных с минимальными доступами при переломах длинных трубчатых костей. Нет необходимости бегать рентген-лаборанту и делать снимки, и оперирующий хирург должен ждать эти снимочки в течение 15-20 минут, например. Это все позволяет сразу все увидеть на операционном столе. Нейрохирурги медсанчасти используют рентгеновскую аппаратуру при проведении операций на позвоночнике. Одной из главных проблем нейрохирургии позвоночника является подсчет правильного положения инструмента, правильного нахождения правильного уровня операции. Как это ни странно кажется, подсчет позвонков именно, можно ошибиться с актуальным позвонком, актуальным уровнем операции. И без рентгеновской аппаратуры, без прямого видения позвонка на рентгеновском снимке мы определиться с уровнем операции в ряде случаев не можем. Вот. И вторая функция – это позиционирование металлических инструментов в ране и установка фиксирующих конструкций. Медики получили тот аппарат, который и заказывали. Современный, зарекомендовавший себя в мировой практике, удобный и надежный. Хирурги очень довольны новинкой, а самое главное, что в конечном итоге обновление аппаратуры позволяет повышать качество оказания медицинской помощи пациентам. Это именно та цель, которую и преследовало руководство ПАО ММК Виктор Филиппович Рашников, помогая больнице. При непосредственном участии председателя совета директоров ПАО ММК Виктора Филипповича Рашникова, за что им огромное спасибо. Это не лично для нас, это для жителей города, для работников ООО ММК, это для людей, то есть для пациентов. То есть мы хотим, чтобы оказание помощи проходило на достаточно высоком уровне, не теми способами, которыми оперировали век полтора назад, а тем, что уже оперируют давным-давно во всем цивилизованном мире, в том числе и в России, в крупных центрах. Мы не должны быть на задворках истории. С-дуга – первая новинка. Новое медицинское оборудование уже заказано, будет поэтапно поступать и в другие отделения больницы. До конца этого года медсанчасть планирует произвести закупку аппаратуры на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.